одна из самых интересных областей применения беспилотников, это аэромагнитная съемка. Этим тоже занимается наша компания. А, вот тут очень еще интересна технология с точки зрения самих беспилотников. Вот, если видите на картинке, тут сверху квадрокоптер, дальше веревка и такая палка. Не палка, надеюсь, меня простят разработчики магнитометр это магнитометр. Почему он такой, почему он так далеко от коптера? Потому что магнитометр что делает? Он меряет магнитные поля местности, над которой он пролетает. А мы знаем из уроков и из школьного курса физики, что у нас ну, много что создает магнитные поля, и в том числе квадрокоптер сам создает магнитные поля. И нам нужна веревка, чтобы мы при снятии показаний с магнитометра исключили магнитные поля квадрокоптера. И вот он так разнесен. Во-первых, ну, это баланс соблюдается. Во-вторых, у магнитометра он автономный, у него свое питание, у него своя управляющая электроника, у него даже свои координаты снимаются. И опять же, так сделано, чтобы сам вот этот датчик, который ведет, снимает магнитное поле, не искажался от магнитного поля управляющих частей самого магнитометра. Но это немножко по устройство. А теперь вообще зачем это надо? С помощью аэромагнитной съемки и получения карты магнитных аномалий мы можем найти полезные ископаемые. Там, нефть, какие-то железные руды, алмазы, золото. Внимательные, кто внимательно меня слушает, наверное, спросит, там, золото немагнитное, как мы можем его найти с помощью магнитометра? Это странно. Но э, я могу парировать тем, что ученые геофизики знают, что немагнитные металлы, они всегда находится в породе в окружении каких-то магнитных э, сплавов. Ну, даже не сплавов, а не, когда. То есть мы знаем, что если здесь есть золото, то вокруг него будет несколько других э, металлов, которые магнитны. И вот что, если есть вот такое скопление магнитных металлов, то тут, вероятнее всего, золото. То есть, э, даже так мы можем находить полезные ископаемые именно по косвенным признакам. Что еще могу сказать? В геофизике никогда не применяется один метод. То есть есть, многие, есть несколько методов поиска полезных ископаемых, в том числе это магнитная съемка. То есть, как правило, прежде чем где-то копать землю, исследуют это место всеми возможными способами и только потом начинают какие-то раскопки, чтобы лишний раз, естественно, нигде не копать. А дальше можно сказать, что, казалось бы, уже все изведано, вся земля давно прочесана, все давно пролетано и карты везде есть. Да, но большинство там карт было сделано в середине прошлого века, и сейчас, конечно, нужно уточнять. И основные работы, которые мы ведем сейчас по магнитной съемке, это уточнение уже известных месторождений, уточнение их размеров. Например, в прошлом году нашей компании была произведена э, вот эта аэромагнитная съемка якутского алмазного месторождения. Оно, как вы знаете, самое Самое большое алмазное месторождение в мире мы его снова заново отсняли соответственно получены самые современные и самые точные данные о том где что там зарыто соответственно можно искать небольшой видеоролик иллюстрирующий как проходит аэромагнитная съемка аэромагнитная съемка в том числе проходит с сгибанием рельефа взлетает квадрокоптер за ним взлетает на веревке магнитометр специально как бы площадку огораживают при взлете. Э, все, кто находится в этом месте, обязательно в касках, потому что, как я уже сказала, беспилотники достаточно травмоопасная история. Здесь мы на экране видим полетное задание беспилотника. Вот он там летит в небе, если видите. И, конечно, в процессе мы следим за беспилотником, то есть э, оператор БПЛА — это целая профессия, и обучают э, во многих уже во многих учебных заведениях. Вот э, ребята так вот сидят в полях с ноутбуком и следят за тем, что беспилотник летит. И вот мы видим э, график магнитных аномалий. Понятно, что в, ре, в режиме реального времени, конечно, мы его не видим, это тут уже монтаж, но в любом случае э, именно за этим мы и летим, чтобы увидеть вот эти самые магнитные аномалии и потом их проанализировав, понять, где находятся какие-то полезные ископаемые, которые мы пытаемся найти с помощью беспилотника. Тут у нас идет посадка. Так. Да, это было месторождение в Казахстане. Небольшое. И сейчас мы увидим, что мы получаем по результатам аэрофотосъемки. Собственно, вот такие данные получаются после аэромагнитной съемки. Ну и видите, как бы съемка 98-88 -го года и съемка 2017 года, разница очевидна, точность сильно отличается, соответственно, продуктивность работ, которые будут произведены после, тоже сильно отличаются. Маркшердерия — это когда мы исследуем карьеры, у нас есть там горнодобывающая промышленность, соответственно, тоже достаточно большие площади, следим за тем, чтобы все было хорошо, все было на месте, производим аэрофотосъемку. Следующий область применения это по сути исследование каких-либо коммуникаций Будет это трубопроводы автомобильные дороги может быть э, линии электропередач в любом случае мы летаем э, как бы ли, то есть если до этого мы про, везде говорили про какую-то площадную съемку то есть, что нам нужно облететь какую-то площадь то тут чаще э, чаще всего речь идет о том что мы летим линейно над каким-то объектом летим исключительно над трубопроводом исключительно над, над дорогой что смотрим смотрим что все хорошо если кратко смотрим что нету никаких врезок у Печек, э, не знаю никуда не упало дерево у нас ничего не сломалось все идет как надо нет никаких там перегревов нагревов все идет как надо вода будет в доме э, э, газ будет на месте э, там, при строительстве тоже все соблюдаются, все ГОСТы, все э, технические условия, все, на, все хорошо, все нормально. Нам как бы не нужно беспокоиться. То есть в этих случаях беспилотники нужны скорее для предотвращения каких-либо последствий. То есть, понятное дело, там, чинить трубопровод э, гораздо дольше, сложнее, дороже, нежели просто его облететь, проверить, что с ним все хорошо, и спокойно спать, и не беспокоиться. То же самое происходит с автомобильными дорогами. Э то есть проверяется их состояние, что там, не знаю, нету ям, все удобно, все хорошо. Летим на дорогу, смотрим, ага, разметка на месте, все хорошо. Там зоны покрытия на месте, стоит вся остановочная полоса, стоит обочина, все на месте, есть ограждение, есть освещение. При строительстве дорог, опять же, смотрим, что стройка идет согласно плану. А может быть, наоборот, отстает, а может быть, опережает. Соответственно, можем все это проследить. То есть вот такие данные мы получаем, опять же, после проведения обследования дорог. Передаем, опять же, соответствующие службы, и они уже решают, что с этим делать. Вот там обследование моста. Дальше это электроэнергетика, тоже уже, наверное, сразу на примере ролика. ЛЭП, я думаю, что понятно, что все эти коммуникации, они достаточно протяженные, и э, вот идет, кстати, отвлекусь, построение полетного задания на видеоролике, произошел взлет с катапульты, и примерно до 300 километров э, мы можем облететь. Сами прекрасно понимаете, что там пешком такое расстояние не обойти, 300 километров в день, на вертолете можно облететь, но опять же данные будут неточные, что-то мы не увидим. И с беспилотника мы получаем еще 3D-снимки и можем, например, прогнозировать падение деревьев. То есть мы получаем не только саму лапину, но еще и какую-то зону рядом. Как там, ну, у всех коммуникаций есть некая зона отчуждения, то есть сколько-то метров рядом, который, за которыми мы тоже следим. И потом по результатам мы можем рассчитывать, что ага, а если здесь будут сильные ураганы, вот это дерево упадет, оно испортит нашу коммуникацию или нет? А если оно... А может быть, нам его надо прямо сейчас спилить, а может быть, не надо спилить, и все будет хорошо. То есть вот такие вещи тоже проверяются на аэрофотосъемке. То есть вот сейчас вот будет наглядно видно. Растительность Проверяется, как у нее. Вот, то есть, вот видите, да, вот на этом кадре показано, куда может упасть соседнее дерево, если оно начнет куда-то падать. Соответственно, в нашем случае оно может упасть э, на провод, значит, это плохо. Нам надо что-то сделать, чтобы оно туда либо не упало, либо если оно начало падать, то оно упало не туда. Можно еще делать тепловизионную съемку. Теплоэнергетика, проверяем опять же утечки тепла, проверяем э, 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 в принципе проход тепла. То есть, мы видим, да, у нас была местность просто вот как вот она бывает и вот она стала в с помощью тепловизора то есть мы видим сейчас на, на снимке какие где у нас где мы видим какую-то повышенную температуру где мы не видим какую-то повышенную температуру и уже дальше делаем какие-то выводы хорошо это плохо должно там так быть не должно там так быть и ну опять же чаще всего это снимают какие-то либо жилые помещения либо какие-то коммуникации, с помощью такой съемки можно находить, опять же, какие-то правонарушения, можно какие-то незаконные истории можно находить, можно проводить поисково-спасательные операции людей, находить, опять же, с помощью тепловизионной съемки. Мы знаем, да, человек тепло излучает, поэтому мы там в холодном лесу, если это, там есть какое-то теплое пятно, то есть шанс, что это человек. Кстати, с помощью таких беспилотников в том числе ищут людей в лесах. Немножко уже затрагивала эту тему, это строительство мониторинг строительства и давайте вот дойдем до такой темы это туризм причем тут туризм и беспилотники при том что сейчас особенно когда мы там далеко куда-то может быть не всегда можем уехать мы можем снять объекты с помощью беспилотника и куда-то транслировать или например у нас есть что-то утраченное и с помощью беспилотника и технологий которые есть дальше по построению 3d модели мы можем восстановить например нашей компании была создана 3d модель пальмиры мы знаем, что это разрушенная история, соответственно, мы облетели местность, которая, которая осталась, и дальше уже с помощью технологий искусственного интеллекта достроили, и мы можем видеть, как выглядела Пальмира, если бы она стояла на месте. Вот, например, на видеоролике пример археологических раскопок в деревне. Это была аэромагнитная съемка. Тоже, в том числе, туризм. То есть мы уже знаем, что вот на этом месте есть какие-то остатки поселения, и можем их попробовать найти, и потом ученые-археологи их там раскопают, что-то сделают, какие-то выводы, то есть они опять же там не будут копать непонятно где, не будут искать то, что они не знают, что искать, а уже будут искать точечно, это уменьшает количество работ, которые нужно сделать после пролета беспилотника, повышает их производительность, точность и повышает шансы на успех.